Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире телеканала НТС Спорт «Бои без правил» ВЭФ 69 в городе Карасу Ошской области, друзья мои. Да. Мы вместе с нашим телеканалом и вместе с вами перебираемся в южную часть нашей республики. Итак, перед вами первая пара бойцов. Рауф Садреев в синих спортивных шортах. Против него Джумадыл Камбар Улу, соответственно, в черных. Рауф Садреев представляет Российскую Федерацию. Ему его вес составляет 70 килограммов при росте 176 сантиметров. И Джумадыл Камбар Улу отлично начинает этот бой. И нос, хотел было я только его, и уже похвалил, как тут Рауф Садреев пробирается в ноги, плюс еще, ой-ой-ой-ой-ой, что творит, а, Рауф Садреев, отличную динамику показывает ведение боя. Рауф Садреев представляет он спортивный клуб Аркон Файт Российской Федерации, его тренером является Зорин Аркадий, и он может быть доволен своим подопечным, так как он очень хорошо залетел, грубо говоря, в этот бой. Но Джумадыл Камбар Улу сейчас выходит на верную позицию. Стал он исполнять свои панчи, находясь в выгодном положении. Рауф Садреев пытается связать руки, но едва ли это у него получается. Ставит блок. Джумадыл Камбар Улу пытается найти свое счастье между руками. Нельзя цепляться за октагон. Да, по-особенному поддерживает Джумадыла Камбар Улу. Его вес составляет также 70 килограммов. Рост 178 сантиметров. Представляет он спортивный клуб команда «Карасу». Его достижения: кандидата в мастера спорта по боксу, а также кандидата в мастера спорта по уши саньда. Его тренером является известный во всей республике тренер Рашид Аманкулов. Продолжается у нас долговязое противостояние в партере. Сумели таки мы увидеть и вторую татуировку Рауфа Садреева на его икроножных мышцах. Так, Джумадыл Камбар Улу удобную для себя позицию выбрал. И Рауф Садреев как такового активного сопротивления не оказывает пока что. И Джумадыл Камбар Улу потихоньку зарабатывает очки в свою копилку. Главный рефери сегодняшнего вечера Тугульбай Арапай Улу, который стоит спиной к вам, дорогие телезрители. Он в прошлом также являлся бойцом без правил. В 2013 году в США он участвовал в отборочном туре к UFC. Бойцовское прошлое у этого рефери, поэтому он, как никто другой, знает, каково это находиться в октагоне, каково это чувствовать удары. Теперь меняются местами Рауф и Джумадыл Камбар Улу. Взаимно друг другу дают быть сверху. Ну, все-таки это юг, все-таки тут уважение друг к другу. Сизденкиин, после вас. Давайте я вас побил, теперь вы меня побейте. Ну, это все шутки, конечно. Ну, бой сам так протекает. Активно поддерживают Джумадыла Камбар Улу его болельщики, коих очень много сегодня. Конечно, отрадно видеть то, что бойцы
из других стран также продолжают наполнять карды ВЭФ Кыргызской Республики. Данный промоушен входит в тридцатку лучших промоушенов по недавним опросам, по недавним исследованиям. Конечно же, вошел он в топ-30 лучших промоушенов мира, друзья мои. Как вы знаете, на первом месте в этом рейтинге стоит UFC, Ultimate Fighting Championship. После него сразу же идет Absolute Ahmad Championship. Итак, завершается первый раунд такого неспешного боя. И быстренько же, благодаря монтажу, мы опять-таки вновь возвращаемся к нашим бойцам. Что же теперь предложат эти два представителя ММА? Ну, что сказать, после первого раунда преимущество, ну, немножечко, ну, так, более-менее уверенно было на стороне Умадула Хамбарулу, а сейчас хороший джеб пропускает Рауф Садреев, но быстренько Садреев собирается и вновь проходит в ноги. Джумадул Хамбарулу вновь позволяет пройти к себе в ноги. Так, Джумадул Хамбарулу сумел забрать голову к себе, но что-то мне подсказывает, что Рауф сумеет отсюда выйти. Сюда кажется, что не столь удачным захват получился, но, тем не менее, Рауф Садреев пока что в тяжелых бойцовских ежевицах. А вот и все. Рауф Садреев сумел все-таки выйти из положения. Пошли удары. Эдакий ground and pound в исполнении Джумадула Хамбарулу. Рауф Садреев пока что ногами пытается взять под контроль корпус Джумадула Хамбарулу. Но худо-бедно у него это пока что получается. Джумадул продолжает серию порционных ударов. Да, так порционно пробивает по корпусу, по челюсти, по лицу российского бойца. Но до явных позиций лежа, конечно же, нельзя пробивать локтями. Но с 2017 года ВЭФ ввели правило, что локтями в стойке можно пробивать. В стойке, да, вы спокойно, приспокойненько можете использовать локти во время стойки. Но вот в партере не стали и в партер вводить это нововведение. Оно и к лучшему. А в стойке пускай. Элементы муай-тая никогда не были лишними. Идет. Продолжается бой. Давайте я вам пока что расскажу про город Карасу. Если кто... Ну, все вы, многие, наверное, слышали про этот город, а я немного про этот город расскажу. Находится он, расположен в Волжской области, Карасуйский район, город в Кыргызстане, административный центр Карасуйского района Волжской области. Население, последний раз, когда высчитывали, просчитали население, получилось, что у них 22 900 человек проживает в городе Карасу. Расположен он на расстоянии 18 километров на север от города Ош. Расстояние по автодороге до столицы Кыргызстана 650 километров. До ближайшего аэропорта в городе Ош 15 километров. Кыргызско-узбекская граница. В районе города Карасу проходит большей частью по каналу, отделяющему Карасу от узбекского городка Карасу.
если Карасу с двумя «у» это у нас в Кыргызстане, то город Карасу с одним «у» он уже в Узбекистане. Через город Карасу проходит межрегиональная транспортная автодорога Бишкек-Ош-Урумчи, железная дорога Джалалабад-Андижан-Узбекистан. Вот такой вот географически важный объект. А тем временем Жумадыл Камбарулу уходит на захват. Так, все внимание. Нет. Ой, как бы сам сейчас не попался. Легкомысленно, конечно, он дал, позволил Рауфу уйти на треугольник. И лишь гонка об окончании второго раунда спасает Жумадыла Камбарулу. Конечно, ему нужно сейчас собраться, потому что слишком уж безалаберно, безвольно он отдал свою спину, чем только что мог воспользоваться Рауф Садреев. Итак, доживают они до третьего раунда. Неспешно так перекочевали они к третьему решающему раунду. А это уже по-нашему. Вот эти джебы, а? Оба крайне красиво друг друга оформляли сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, Жумадыл. Видимо, секунданты раскочегарили этого бойца, так же, как и Рауфа Садреева. Поняли они и сами, что два раунда они вяло проводили, не считая прогиб в исполнении Рауфа Садреева в первом же раунде. А после тягомотина началась, и вот уже с самого начала третьего раунда оба бойца в активную фазу ударки вошли. Только-только мы начали радоваться яростному противостоянию, как оба бойца ушли в партер. Видно, как напрягается Жумадыл Камбарулу. Все свои силы бросает на этот захват. Рауф Садреев пока что не спешит стучать по октагону. Время закончилось, отведенное для партера. Напоминаю, что главный рефери боев без правил на сегодня внутри этого октагона Тугульбай Арапайулу. Только что видели лазеры на лице у Рауфа Садреева. Нельзя так, нельзя. Дорогие вы мои, надо уважать каждого из бойцов. Для нас честь, что к нам вот так приезжают, прилетают бойцы со всех уголков. По крайней мере, постсоветских стран. Нужно проявить крайнее уважение к ним. Так, что же теперь предложат оба бойца? Лоу-кики. На моей памяти первый лоу-кик в сегодняшнем противостоянии. Решил его исполнить Рауф Садреев. Вы можете слышать, как поддерживают Жумадыла Камбарулу. Жумадыл активно прорывался к корпусу, но на его активность Рауф Садреев своей активностью отвечает. Да, все-таки занятия самбо дают свое. Вот это типичный проход самбиста, когда в ноги, но этот же проход и сыграл с ним злую шутку с Рауфом Садреевым, который, пройдя в ноги, оголил свою шейную часть, чем и воспользовался Жумадыл Камбарулу. Поздравляем мы его. Поздравляем мы спортивный клуб команда «Карасу» и Жумадыла Камбарулу в частности. Браво, браво, Жумадыл Камбарулу и Рауфу Садриеву мы также говорим спасибо. Спасибо, что прилетели. А мы